В доме 1917 года постройки, расположенном на берегу Самарки по адресу Садовая, 5, рухнула стена цокольного этажа. Сигнал о происшествии поступил на пульт спасателей около 8 утра. На момент ЧП в здании находились 12 человек, все они эвакуированы. Пострадавших и погибших нет. Администрация Самарского района развернула для жителей пункт временного размещения. Одной семье из 5 человек, в составе которой 3 ребенка, требуется пункт временного размещения. Пункт временного размещения им предоставлен, сейчас мы их транспортируем туда, и они будут находиться у нас под наблюдением. Остальные жильцы дома отказались от временного размещения, но сегодня в 14:00 в здании администрации состоится собрание с жителями, где будут представители органов опеки, департамент управления имуществом и других служб, которые будут отвечать за дальнейшее развитие событий. Пятый дом на Садовой считается многолитерным. Часть дома под литерой А аварийной не признавалась. В здании были проблемы с выгребной ямой, рассказывает Николай, житель соседнего дома. Именно в его огород и посыпались кирпичи рухнувшей стены. Об обрушении по телефону ему сообщили соседи, когда ехал на работу. В мой же огород все упало. Мне позвонили соседи, сказали, что вот так и так грохнулось все. Ну, дом, вот вы видите, вот спустя какое-то время, видите, косится он, потому что здесь они пользовались канализацией интенсивно. И она постоянно подмывала грунт. Вот. Но они подмыли не только мой дом, они же и свой подмывали. Вот к чему пришло все. По информации Департамента управления имуществом Самары, в доме зарегистрировано 11 человек. Муниципальных квартир там нет. Со слов соседей, квартиры сдавались в аренду. Хозяева одни, а живут другие. Раз так, значит, я так думаю, это точно они не родственники друг друга. Да мы постоянно с ними воевали по поводу того, чтобы они вот выкачивали свою канализацию. Они ее не выкачивали. Вы просто не представляете, что здесь было зимой. Оно вот тут вот налить, наверное, вот такая была по пояс. Жителей соседнего здания также эвакуировали. В домах номер 3 и 5 выключили газ и электричество. В течение сегодняшнего дня спасатели обследуют место ЧП, чтобы предотвратить дальнейшее обрушение здания. В эти минуты в городской администрации проходит встреча с жителями. На повестке – возможность получения жилья из маневренного фонда. Мария Левина, Григорий Плешаков. События.